Всем привет, а вы на канале Тупармия. Рассекречен новейший боевой модуль Эпоха для перспективных платформ. Боевой модуль Эпоха был впервые открыто продемонстрирован в минувший вторник на выставке, проходившей в рамках коллегии Министерства обороны. Президент Российской Федерации Владимир Путин в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу ознакомился с новейшими образцами, созданными отечественной промышленностью, в том числе и с этой разработкой, предназначенной для вооружения российских перспективных и существующих БМП. Боевой модуль «Эпоха» безэкипажный предназначен для оснащения перспективных и существующих боевых машин пехоты и ведущий огонь различными типами вооружения. Министр обороны рассказал президенту о преимуществах необитаемого модуля. Это 57-миллиметровая пушка, которая сменила ранее применявшиеся 30-миллиметровые орудия, что позволило существенно повысить огневую мощь. Рядом на стенде был представлен боекомплект, включающий несколько типов снаряда, в том числе и подкалиберный, задачей которого является эффективное уничтожение бронетехники противника. Управляемые ракеты комплекса «Корнет» могут поражать вражеские танки, в том числе оборудованные динамической защитой, фортификационные сооружения, морские объекты, а также различные воздушные цели, такие как низколетящие самолеты, вертолеты и беспилотные аппараты различного предназначения. На выставке были показаны вооруженные эпохой модели боевых машин пехоты БМП-3 и Курганец-25. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от Тупармии не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки.